gentlemen. It's November. Rent's paid. I've been laid. It's time to fight again. No, no. It's not 100%, you know. I'm sure next challenger should be who win this fight against me, Glover. But no one know, you know. I don't know what UFC gonna do, you know. But yeah, my goal, yeah, is win this fight and go to title shot. But it's not depends of me. Well, he said he wants to do middleweight and welterweight. I assume if the opportunity came about, you would jump at the chance to fight him again. I would fight him tomorrow, like if any time, like as long as like I'm healthy, which I am, and yeah, I would love that opportunity. I would love that challenge. Особенно по другому без отца, сразу после того, что случилось, не предложили бой, принимать, не принимать, и нужно было принять какое-то решение, или надо было оставить, но об этом никто не знал, или надо было подраться, вернуться, и после этого оставить. И сейчас тоже я говорю близким, да, так скажем, которые, некоторые, которые недовольны, что я оставил, им говорю, ну, если даже я подъявлюсь еще 10 раз, но тоже придет время, когда надо будет оставить. И это решение по-любому придет в 32 года, или в 34, или в 35. Так что такое это очень тяжелое решение будет для меня, потому что я этим занимаюсь всю жизнь, сколько себя помню, начал на мата ходить. И вот так поставить и переформатироваться, это очень такая сложная задача. Людям этого не понять, но будем стараться, что будем двигаться дальше.